Промышленность – основная отрасль экономики Чувашии. В 2017 году она обеспечивала более 30% валового регионального продукта и более 50% платежей в бюджеты всех уровней региона. Сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашии обсудили предварительные итоги работы промышленного комплекса. В Чувашии с начала года увеличилось производство машинооборудования. Это заслуга таких компаний, как «Чувашторгтехника». Она производит профессиональное пищевое оборудование. Льдогенераторы, печи, тестомесы. Ассортимент постоянно обновляется. Группа компаний «Техмашхолдинга» тоже увеличила объемы производства на 20%. В основном за счет экспорта в Турцию и Узбекистан. Хорошую динамику показали и предприятия электротехнической отрасли. Темп роста на 55%. На сумму почти 3 миллиарда рублей увеличили. Если по подвидам деятельности, у нас тоже сейчас электротехника делится на два подвида деятельности. Электрическое оборудование – это 130%, электронное и оптическое оборудование – это 220%. Здесь наибольший вклад мы видим это по Ичлесскому заводу высоковольтной аппаратуры. В 4 раза Марпасад кабель, Элара, Эльтрепровор завод, Эльтрафтомарт, ВНИИР. Тоже темпы роста значительные. В 2018 году Чувашия в числе 16 субъектов страны в качестве пилотного региона реализует приоритетную программу «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В ней принимают участие 11 ведущих предприятий. Инвестиционных проектов должно стать больше. На полях Сочинского экономического форума подписан ряд соглашений о сотрудничестве с регионами России и производственными предприятиями. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.